Три основных элемента, которые вы должны владеть. Любой билингвист. Это накат, приса ударения, второй шаг прокатывается вперед. Потом, что у нас? Глагшос. Это остановка шара, приса ударения с прицельных на месте. Зеленое сукно, шары и кий. Все это стало неотъемлемой частью жизни для копейчанки Оксаны Галушкиной. Она занимается бильярдом уже 19 лет и решила поделиться своими знаниями с другими. И вот уже более 2 лет учит детей этому необычному виду спорта. Бильярд вообще это умная, красивая, интересная игра. Также бильярд он развивает мышление логическое, концентрацию внимания. Игра также учит побеждать. Чему вы учитесь на занятиях? Как тренировки проходят? Для начинающих у нас идет начальный уровень тренировки. Это для ребенка. И учим именно играть шарами. Стойка, техника удара, концентрация внимания, прямолинейность. Когда ребенок уже умеет забивать шар в лузу, тогда уже идет уже психологическая подготовка. Сейчас в школе бильярда занимаются 13 человек. Это дети от 7 лет. Они с удовольствием проводят время за игрой. Для них это не только спорт, но и отдых. Я с самого детства играл. Когда мне понравился он, я думаю, все, я буду тренироваться и играть. Может, кто-то в семье занимается бильярдом? Как ты вообще о нем узнал? Откуда? Ну, не просто. Мне бильярд дедушка подарил, вот, в самом деле. Где-то в 3-2 года. Так. И как долго ты уже занимаешься профессионально? Ну, 1,5 года. Чем тебе нравится игра в бильярд? Не знаю, интересно, успокаивает и делает ум. В бильярде я занимаюсь где-то год. Выбрал бильярд, потому что у меня в бильярд играют дедушка, папа и многие родные. Меня познакомил с папой. Угу. Чем нравится бильярд? Тем, что можем забивать красивые шары. Угу. А тебе чем нравится бильярд? Мне нравится бильярд. Ну, не знаю. После школы хорошо побить шары. Также среди учеников школы бильярда есть и взрослые, и подростки. Например, Каролине 19 лет. И ее, как и многих других ребят, с этим видом спорта познакомил отец. И вот уже 2,5 года она оттачивает свое мастерство бильярдиста. Бильярд – спорт такой, то что очень много выдержки нужно. То есть я стала намного спокойней. Есть те люди, которые приходят в бильярд, которые очень вспыльчивые, эмоциональные. А бильярд – это тот спорт, в котором не нужно показывать свои эмоции, свои переживания. И очень большая выдержка, спокойствие, ну, очень полезно для зрения. То есть прицел. Ну а так, бильярд – вообще полезный вид спорта. Юные бильярдисты уже уверенно выступают на соревнованиях самого разного уровня. Так, Каролина Айтбекешев заняла 3-е место на областном чемпионате, а Ярослав Беляков показал высокие результаты на первенстве России. Сейчас ребята активно готовятся к новым состязаниям.